Чё за нахер? Представляем вам нового участника кабаре, мистер Взрывная Мощь. Думаете, у меня спина не гибкая? Смотрите, так никто не может. Никто так не умеет. С весом под 115 уж точно. Чё за нахер? Это цирк Дю Солей. Сумасшедший, черт возьми. И представляете, он такой с самого утра. Я не понимаю, как этот ублюдок это делает. Он максимально энергичен весь день, пока не ляжет спать. Вот так, погнали, ребят. Слушай, по тебе прям видно, что это глоток свежего воздуха на данном этапе твоей карьеры. В тебе виден этот заряд, будто бы ты выпил шот эспрессо. Ты выглядишь счастливым, видно, что ты на своем месте. Слушай, часть меня готовилась к этому бою все эти 20 лет. И да, мне нужно быть начеку, но в то же время я в Майами, и все те оружия, над которыми я работал, сейчас максимально наточены. И в воскресенье люди хотят отвлечься, забыть о своих проблемах и переживаниях. Они не хотят смотреть, как два типа просто обнимают друг друга. Так что, когда я в карде, неважно победа или поражение, вы знаете, что я попытаюсь забрать душу оппонента, выбить из него все дерьмо, и только поэтому я продаю pay-per-view, и ни по каким другим причинам. Так что я выйду и украду это поганое шоу, точка. Это напоминает мне о неприятном опыте. Врубаете? Я, Хорхе Масвидаль, обещаю не делать то-то, то-то в классе. Подписание постеров напоминает мне об этом. Я больше не буду выходить из класса без разрешения. Хорхе, сейчас я в туалет. Давай только быстро. Привет, ты как? Храни тебя Господь. Тебя тоже, мужик. Это большой бой, я просил о нем еще с прошлого года. Тогда не получилось, и я бился с Нилом Магнией в Бразилии. Через 4 дня мне позвонили, спросили, ты хочешь биться с Хорхе? Я такой, вы же знаете, что хочу. Окей, сделаем это. Так что было просто, я рад, что мы здесь. Он бьется дома, но он прижат к стене, и он только добавляет давление некоторыми своими фразами. Например, что если он проиграет, то может уйти. Я думаю, он говорит это специально, чтобы усилить это давление и чтобы биться максимально жестко. Так что я думаю, что он начнет агрессивно. Я предвкушаю это, нас ждет классный бой. Как дела? Отлично, у тебя? Все хорошо? Заряжено? Погнали, погнали. Я хочу, черт возьми, зарубиться с ним, честно говоря. Я не могу вам обещать, что я сделаю это или нет, но если я увижу, что он открыт в стойке, то да, я буду биться с ним в стойке, сами все увидите. Я тренировался в Техасе и наткнулся на Эдриана, на UFC, кстати. И он такой, мужик, если ты тренируешь, то я бы хотел поработать с тобой. Я такой, бро, было бы круто. Он легенда спорта, легенда нашей игры. И тот факт, что он будет в моем углу, естественно, прибавляет мне уверенности. Мне очень нравится этот бой для Эдриана. Я полностью уверен в навыках Эдриана в этом поединке. Я думаю, что у него есть все необходимое, чтобы сиять. И победа в этом бою выведет его на более громкие поединки и на путь к титульнику. Так-джитсу — это современное искусство избиения. Мой подход всегда заключался в выявлении слабых мест оппонента и использовании их по максимуму. Если ты лучше как ударник, то бейся в стойке, больше атакуй. А если твой оппонент ударник, но он не так хорош, как ты на земле, то используй ударку, чтобы выйти на тейкдауны. Это, конечно, не значит, что путь к победе будет легким, но нужно искать лучший путь. Это философия так-джитсу, прости, но если у тебя ее нет, то ты уже в минусе. Я чувствую себя отлично, вес хорошо уходит. Мы решили просто немного разогреться. Сегодня был загруженный день, но все равно нужно подвигаться. Самое главное — это бой, это мое выступление, так что неважно, устал я или нет, мне все равно нужно потренироваться. Смотрите, это Гилберт, парень, который убил Тони Монтану. Видите, он тоже Сафро. Это новый Гилберт Сафро.
Привет, Майами! Как вы, ребят? У кого первый вопрос? Я бы хотел начать с чемпиона. Алекс, ты уже 3 раза побеждал Израиля, ты являешься чемпионом, так что для тебя на кону? В чем важность этого боя? Я вам, ребят, уже не раз говорил, что нам нужно забыть про те 3 боя. Но Адесаня эти бои никогда не забудет. Что бы ни случилось, он их никогда не забудет. Так что это дает мне преимущество, но важен только тот бой, который нас ждет в воскресенье. И для тебя, Израиль, что важнее всего для тебя в воскресенье? Это шанс вернуть пояс и вновь стать чемпионом, или же... Нахер пояс, я иду за его головой. Вопрос для Хорхе Масвидаля. Чего фанатам стоит ожидать от тебя, когда ты выйдешь в октагон с Гилбертом? Жестокость, жестокость, максимальная жестокость. Для всех моих людей, не переживайте, я долго и усердно готовился к этому бою. Так что, исход может быть только один. Мою руку поднимут. Храни вас Господь и спасибо всем, кто поддерживает меня. И вы знаете, что вас ждет. Максимальная, черт возьми, жестокость. Эй, в воскресенье посмотрим. Возможно, у вас появится новый король. Посмотрим. Рауль? Тебе дали шанс биться на большой сцене в таком юном возрасте, и это не только не сказалось на тебе в негативном ключе, а наоборот, ты процветаешь. Скажи, что помогает тебе сиять под таким давлением? Да, я просто верю в свои навыки, поэтому я здесь, и поэтому я продолжу расти. Мы только начинаем, и мы идем за этим поясом. Вопрос для Изи. Скажи, ты сфокусирован на этот бой как никогда в своей карьере? Это мой момент из 8 мили. Это мой финальный шанс. Я взгрузил все на свои плечи. Я вложил все свои силы, чтобы сделать худшее с этим человеком в выходные. И с меня хватит болтовни. Вы хотите слушать разговоры или увидеть бой? Он делал то же самое в 3 предыдущих боях. Он говорил то же самое, это ему не помогло. Но в воскресенье мы выйдем и будем биться, и посмотрим, кто из нас лучший. Он меня смешит. Майами, мы очень рады вернуться. Спасибо, что пришли сегодня. Сейчас мы сведем бойцов для битвы взглядов. Увидимся на взвешивании и затем на боях. Good. Thank you.